Добрый день, меня зовут Юрий, и сегодня у нас обзор, маленький мини-обзор, на кнопки. Казалось бы, что тут обозревать? Ну и то есть. Значит, кнопка первая, SV10AG, вот так вот пишется. Соответственно, UEM упаковка, куда-то устанавливать. И SI12. Одна годная, другая гадная. Значит, вот это гадное. Чем она гадная? Первое. Как-то хлипенько вот здесь все выглядит. Второе. То, что к этим контактам я уже пробовал. Достаточно сложно подпаяться. Вот к этим контактам. Сложно подпаяться, потому что очень быстро пластик этой кнопки плавится. Не, конечно, можно. И я подпаялся. Но я видел, что их жгут. Давайте посмотрим. А тут еще подсветка есть. О, как подсветку-то не продемонстрировать? Оп! Зеленым. Так, сейчас свет потише сделаем. Вот, просто светит. Ну, уже хорошо. Тикает. Нормально нажимается. В принципе, ресурс у него будет большой. Ну, достаточно габаритная. Здесь есть резиновое уплотнение. Кнопка, в принципе, удобно ее нажимать. Нормальная, ну к ней подпаиваться надо, не знаю, фигня. И кнопка прикольная, она сенсорная, не такая, как предыдущая. Подключать ее просто. Вот красный-коричневый, соответственно, плюс-минус. Красный плюс. Коричневый минус. Гасим свет. Не очень яркая подсветка красным. Оп. Внутри стоит реле. Достаточно мощное. То есть можно напрямую управлять замками. Подносим руку. Включается, выключается. Все отлично. Так, смотрим диаметр. Ну, где-то 19 мм. Так, на глазок. Длина. Ну, до 4. Как бы, ну, 4 будем, но мы же провода сразу не загнем, да, ну так может быть 3,5, 3,7, где-то так, если прям по контакты. Вот это время открытия можно настроить. Давайте настроим. И чувствительность. Ну-ка, пробуем. Сейчас вот. Вот так вот, да, 304. Пробуем крутануть. Так, это уже на максимум. Это что? На минимум сделаем. Это на минимум, на максимум сделаем. И теперь наоборот. Сейчас она красным. Не работает. О! И время большое. Там было самое короткое время, а сейчас самое большое. Длинное. Не, ну мы ждать мы не будем. Выключим. Значит, то, что было на... Сейчас на максимуме делаем на минимум. И минимальное расстояние смотрим. Ну вот так, видите, она там на. Жижмы. Точно сейчас сделаем. Где-то 3,5 сантиметра. Вот такие две кнопочки. Годная и гадная.